«Все начинается с детства». Эти слова как нельзя кстати подчеркивают значение дошкольного образования в жизни человека. Воспитатель – это первый после мамы учитель, который учит и воспитывает детей. 13 воспитателей анапских детских садов соревнуются в конкурсе за звание лучшего в профессии. Конкурсантка Наталья Сахарова – воспитатель детского сада номер 42 «Ласточка» в станице Анапской. Стать воспитателем мечтала с детства. Я очень с детства любила водиться с детьми и уже с самого раннего возраста, ну, лет 10, знала, что буду воспитателем. Очень люблю свою профессию, потому что прикоснуться к детям, прежде всего, жить в чуде, поэтому мы каждый день живем в чуде. Воспитатели и педагоги дошкольного образования – особая категория людей. В их руках самое начало детской жизни. Главная задача – дать почувствовать каждому ребенку, что он любим, уникален и нужен в этом мире. Лариса Пухачева всегда следует этому правилу. 12 лет – общий педагогический стаж воспитателя детского сада номер 7 «Колокольчик». Из них 7 работает с маленькими детьми. Готовились очень долго, плодотворно. Проводили занятия детишками, чтобы здесь все было у нас красиво и хорошо. Конечно, все очень переживаем и волнуемся. Но самое главное, это же не победа, а участие. И что мы очень надеемся, что мы здесь все передружимся и будем друг друга перенимать опыт. В детском саду номер 3 «Звездочка» состоялась торжественная церемония открытия конкурса. Участниц приветствовала Наталья Микитюк, исполняющая обязанности начальника управления образования. В первом этапе воспитателя года 2015 конкурсантки выполняли 2 задания – тестирование и мастер-класс. Во второй этап конкурса пройдут только 6 участниц. Оценивают мастерство воспитателей специалисты управления дошкольного образования и приглашенные члены жюри, которым могут дать объективную стороннюю оценку работников детсадов. Ждем высокого профессионализма. Мы посмотрели, что конкурсантки у нас одна, другой лучше, краше, самые-самые лучшие, поэтому от конкурса большие ожидания. Награждение и торжественное закрытие мероприятия пройдет в четверг, 27 ноября. Победительница представит Анапу на краевом этапе конкурса «Воспитатель года Кубани-2015».